В Ангарске состоялось очередное первенство округа по греко-римской борьбе среди спортсменов до 14 лет. Юношей поддержали наставники, родители, а также местные любители спорта. Подробности расскажем далее. Десятки мальчишек строятся на парад. Для многих эти соревнования дебютные, но есть и те, кто пришел сюда не в первый раз. Они настроены на победу. В схватках приняли участие более 50 спортсменов округа в возрасте от 7 до 14 лет. Каждый борется в своей весовой категории. Победителей ждут медали и памятные призы. Ну, первое соревнование, я не знала, что надо делать. Но у меня выигрывали, я дошел до третьего места. Три соревнования, я дошел до второго места. Тут всего лишь надо три раза это завалить, и все, будет это первое место. Но я два раза завалил, один раз меня повалили, и я занял второе место. Вот сейчас это третье. Организаторы отмечают, что с каждым годом турниры проходят намного лучше. Традиционно борцы проводят соревнования, посвященные различным праздникам. Важно, что для юношей эти схватки – отличная тренировка. Совсем скоро многие будут представлять регион и страну на более серьезных турнирах. Приурочено Дню русской культуры, празднику весеннего равноденствия, Навруз. Вот, то есть Навруз, это с перевода с тюркских языков, это новый день. То есть начинается новая жизнь, и поэтому мы радуемся. Вот. Мы радуемся тому, что, слава Богу, есть такие мероприятия, в которых могут поучаствовать маленькие наши дети. То есть младшая группа до 14 лет, проверить свои силы. Вот. Ну и сделать выводы, тренироваться дальше. В апреле спортсменов ждет множество состязаний. Одно из самых ярких – пасхальная эстафета добра. При теплой погоде юные атлеты посоревнуются в беге, футболе, волейболе и, конечно, борьбе. А пока ребята активно тренируются и ждут следующих турниров. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время.